Российский боец UFC Майрбек Тайсумов в своем недавнем интервью заявил, что никто не хочет проводить против него поединки. «Бойцы из топ-10 UFC отказываются драться со мной», – заявляет Тайсумов. «Я всеми силами стремлюсь попасть в элиту UFC, но соперники отказываются проводить против меня поединки. Мне уже все равно, с кем драться в октагоне. Петис, Мелендес, еще кто-нибудь. Дайте мне просто бой, и я докажу, что не просто так нахожусь в UFC». Сразу несколько топовых бойцов убраны из рейтинга в UFC. В списке бойцов достаточно неожиданно отсутствовало три имени. Это Миша Циркунов, Лоренцо Ларкин и Рик Стори. Удаление бойцов из рейтинга обычно всегда означало разрыв или окончание контракта. Американский тяжеловес Джастин Леддетт, который должен был на UFC Fight Night 104 встретиться с российским дебютантом организации Дмитрием Сосновским, уведомлен о нарушении допинга. Таким образом, поединок тяжеловесов официально отменен.